зазеркалье – это то, что все, что есть в данной реальности, это идеи перевертыши. И, в общем-то, будем сейчас обсуждать и рассматривать, что это значит, как это работает и каким образом взаимодействовать с этим. Что такое спящий человек? Это который воспринимает данную реальность как данность, который по умолчанию использует свое мышление, не задумываясь, как и почему оно работает, как оно функционирует, с чем взаимодействует, какие здесь скрытые импланты и какие здесь скрытые доминанты. И человек как бы проскакивает, он находится на кончике своего ума, на кончике своей мысли, он не замечает вот это все то, что между его основой, его сутью, и уже конечным каким-то мыслительным процессом, что находилось внутри. Всегда надо помнить одно. Либо ты на территории сна, и сон множится, потому что ты присутствуешь там, и ты там оживляешь это собой. Либо ты на территории сути себя, на территории сознания, на территории источника, и, соответственно, ты начинаешь процесс прекращения подпитки и сворачивания самого сна. Если начать раскручивать спиралевидную энергию данного перевертыша, то в конечном итоге придешь к тому, что человек не принял себя. Почему не принял? Потому что он себя не знает. Он даже не встретился с собой, чтобы вообще себя принять. Назначение этого проекта – привести человека к самому себе, чтобы он больше никогда ни в ком не нуждался и ни от кого не зависел, чтобы он зависел только от самого себя. Обуславливание любой идеи ведет к страданию, ведет к разочарованию. Подобное тянет подобное. То есть отсутствие этого в себе самом всегда будет воспроизводиться вовне различными ситуациями и примерами. У каждого, соответственно, свой, ну, можно сказать, пси-код. В одном из постов я упоминала, что это такое, ну, может быть, позднее об этом скажем еще раз. И свое собственное индивидуальное излучение, то есть свой собственный рисунок. И он абсолютно уникален и неповторим. Поэтому нет такой пошаговости, одинаковой для каждого. Разворот к себе, он сам по себе сотворяет вот это чудо, эту работу, раскрытие целостности и настоящести, которая точно так же будет резонировать и показывать вот этот вот ответ в виде картин реальности. Смысл вообще этих постов и в частности вот данного проекта именно в том, чтобы человек сам начал применять определенные алгоритмы и сам получать ответ. То есть не просто даже получать, а становиться ответом.